Здравствуйте, в эфире национального телевидения «Чуваши», информационная программа «Республика». Меня зовут Галина Титарчук. Смотрите прямо сейчас. Деловой завтрак. Глава Чувашии встретился с предпринимателями республики. Будущее в Чувашии. Стали известны имена победителей конкурса молодежных проектов. Пора встречаться. В художественном музее открылась выставка творческой династии Пономаревых. Предприниматели и представители власти встретились сегодня на деловом завтраке в столице Чувашии. Такой формат предполагает свободное общение, и в бизнес-сообщество с удовольствием этим воспользовалось. Подробнее Ирина Волкова. Неформальная обстановка расположила к открытому и честному диалогу. Сегодня Чувашия в инвестиционном рейтинге агентства стратегических инициатив входит в первую двадцатку регионов. Из сильных сторон – подготовка профильных кадров для производств, которые есть в республике. Мы сейчас получаем еще дополнительные федеральные инвестиции. Оснащать будем производственные лаборатории в учебных заведениях среднее профессиональное образование, высшего профессионального образования. Здесь практически вот касаясь химической промышленности, касаясь организации электротехнического кластера, касаясь строительной отрасли, агропромышленного комплекса. Работать предстоит над производительностью труда. В регионе сложился низкий уровень зарплаты и среднедушевой доход на человека. Что еще на недостаточно высоком уровне еще не хватает, может быть, где-то уже и компетенций, и качества консультационных, методических услуг. Конечно, это мы признаем. На это, в принципе, и направлен и все мероприятия, национальные проекты «Малые и средние предприниматели». В рамках же национальных проектов по всей России планируется резко сократить число мешающих бизнесу законов. Для этого будет использован инструмент регуляторной гильотины. И здесь как раз подсказать могут сами предприниматели, какие законы уже морально или физически устарели. Учитывая, что здесь руководители, которые непосредственно знают свои отрасли очень глубоко, обращайтесь, пожалуйста, к нам, если вы видите, что старый СНИП, СанПин или стандарты мешают реально развитию бизнеса. Их у нас больше 23 тысяч. Чтобы осуществить экономический рывок, реформу контрольно-надзорной деятельности проведут к 2021 году. Сейчас в России около 9 тысяч норм и правил, которые регулируют ведение бизнеса. Поскольку в рамках все той же самой регуляторной гильотины меняется отношение к бизнесу, хотелось, чтобы налоговые органы подходили к вопросу контроля бизнеса не с позиции виновности, а с позиции партнерства. Предлагаю снизить нагрузку налогооблагаемой базы фонда оплаты труда, то есть отчисления во внебюджетные фонды. Федеральная налоговая служба, она всегда являлась и будет являться партнерами для наших налогоплательщиков. Я еще раз повторяюсь, мы являемся сервисной службой. Мнению, что в Чувашии стало меньше предпринимателей, якобы они уезжают из республики, противоречит статистика. 33 тысячи предпринимателей сейчас зарегистрировано, в прошлом году их было 25 тысяч. Планируется увеличение продуктов кредитования в 6 раз. О чем идет речь? Это все-таки финансовая поддержка? И какие планируется внести изменения? Со следующей недели вносятся изменения в процентную политику. Предприниматели, зарегистрированные в моногородах, предприниматели, зарегистрированные в приоритетных отраслях экономики, это резиденты территории опережающего развития, бизнес-инкубаторов, женщины-предприниматели, предприниматели, которые занимаются экспортом, будут получать финансирование по ставке 1/2 ключевой ставки Центрального банка. То есть на сегодняшний день это 3,75 годовых. С крупными же предприятиями работа ведется еще плотнее. Подтверждение концерн «Тракторные заводы». Самая главная помощь, которая сейчас оказывается, это поддержка в инвестициях и в развитии инновационных продуктов. То есть мы совместно разработали основные стратегические направления, по которым концерн должен развиваться, чтобы по некоторым моментам опередить, по некоторым нагнать конкурентов то, что было упущено за вот эти годы финансовой нестабильности в концерне. И мы совместно сейчас эти инвестиционные программы реализуем. Узкие вопросы, заданные во время завтрака, обсудят отдельно по отраслевому принципу. Все сформированные сегодня предложения рассмотрят на республиканском уровне, более аргументированные – на федеральном. Федеральный министр промышленности и торговли, где какие вопросы возникают сейчас по стандартизации, по сертификации, по таможенно-тарифной политике, вот любые аргументированные предложения он готов рассматривать, соответственно.
И рабочая группа, управленская команда будет приезжать, будет по этим вопросам подсказывать. Чувашия готова к реализации более 100 инвестиционных проектов. Только строительство высокоскоростной магистрали Москва-Казань открывает возможности для организации бизнеса вокруг – заправки, кемпинги и так далее. Есть и другие перспективные идеи. Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика. И они самые... Как повысить эффективность профилактической работы и снизить количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков? Эти и другие вопросы обсудили сегодня на антинаркотической комиссии в Доме правительства. По итогам 5 месяцев увеличилось количество лиц, состоящих на учете, почти на 20%. По состоянию на 1 июня их 548. В прошлом году было меньше. Как положительную динамику специалисты отмечают снижение числа так называемых уклонистов – людей, которые стараются избежать рекомендованного лечения. Их доля снизилась на 16%. Одним из способов сокращения медицинского потребления наркотика является побуждение больных наркоманией к лечению от наркомании и реабилитации, а также побуждение лиц, эпизодически потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, к прохождению профилактических мероприятий. Особый контроль ведется за потенциальными сбытчиками. Один из последних примеров – обнаружение в Новочебоксарске 19 закладок наркотических средств. Закон нарушили 2 молодых человека. Причем один из них – житель Нижнего Новгорода. Обоим молодым людям уже вынесен обвинительный приговор. Чтобы больше такие факты не повторялись, необходимо создать видеонаблюдение. Поэтому дополнительно сейчас приобретаем 20 видеокамер, аукцион уже объявлен. И в ближайшее время видеокамеры будут приобретены и установлены. Проводить профилактическую работу и усиленно заниматься организацией досуга молодых – таким видят выход из ситуации члены антинаркотической комиссии. В связи с этим особые задачи возлагаются на Минобр. В образовательных учреждениях педагоги вместе со специалистами составляют даже психологические портреты учащихся. Прогульщиков ставят на учет. В настоящее время 1320 обучающих стоят на внутришкольном учете. Одной из наиболее эффективных мер профилактики правонарушений является организация занятости подростков во внеурочное время. Занять школьников и студентов помогают учреждения дополнительного образования. В Чувашии сейчас работает 104 таких центра. Там каждый может выбрать себе занятия по интересам. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. В Чувашии развивают спорт высших достижений. Подготовку профессиональных боксеров сегодня обсудили глава республики и заслуженный мастер спорта России Григорий Дрозд. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Сейчас член общественной палаты, а в прошлом Григорий Дрозд – профессиональный файтер, чемпион Европы и мира по боксу. Развитие этого вида спорта – ключевая тема рабочей встречи в Доме правительства. Глава региона отметил, что систему подготовки боксеров необходимо пересмотреть. Если технологии на самом деле и жизнь требует уже других подходов, мы должны меняться. И тренерский стал должен меняться. Абсолютно. И к вам просьба, если найдете там какого-то нам тренера, значит, который будет вот в изменениях работать и мастер-классы показывать, здесь мотивацию определенную мы должны создать, чтобы все эти желающие ребятишки, допустим, значит, занимались. И сегодня могу сказать, мы ни одну школу не упразднили, ни одну школу не сократили. Оптимизацию делаем своеобразную. Меньше, я говорю, начальников, больше, чтобы тренерского состава было. Все, что от нас зависит, готов помогать. А если говорить о тенденциях, то, что сегодня происходит в боксе, буквально вот я приехал с международного форума боксерского, который был в Екатеринбурге. Действительно, сегодня бокс, он нуждается в изменениях. Вот. Федерация международная, она на сегодня повестка, она, скажем так, не очень радужная, но это копилось годами, даже десятилетиями. Поэтому бокс сегодня требует жесткого такого изменения в лучшую сторону. Предложение спортивного сообщества глава республики обсудит на очередном заседании рабочей подгруппы Госсовета страны. Его члены готовят доклад президенту. Какие решения Госсовета там писать? Где мы отстаем, где не хватает, где нормотворчество, где там муниципалитеты не работают как общая команда, где-то учителя физкультуры не могут взаимодействовать с школами там, по линии ДЮСШ или просто спортивными школами. Ряд других вопросов возникает. Поэтому мне важно знать, во-первых, у вас внутри какие проблемы, и важно
иметь обратную информацию. Для подготовки будущих чемпионов необходимо создавать условия. Задача властей региона на ближайшие годы – отремонтировать каждый школьный спортзал. Чувашская республика, она работает в направлении наших новых, скажем так, приоритетов, которые нам задал Владимир Владимирович Путин, да, 55% людей, занимающихся спортом. Вот ваша республика в активной фазе реализовывает это направление. И сегодня спорт – это политика, государственная политика, это приоритет. Молодежь, дети – это та наша основа, наш фундамент, который мы растим. В подготовке спортсменов важен и личный пример, отметил Григорий Дрозд. Его профессиональная карьера начиналась 18 лет назад. За это время провел более 40 боев. Чемпион по боксу намерен дать и мастер-классы юниорам. Дмитрий Ковалев, Юлия Важенина и Борис Андреев. Республика. Соответственно. Равные права и возможности для всех. В прокуратуре Чувашии провели форум «Организация доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья». В Чувашии живут 82 тысячи людей с ограниченными возможностями здоровья. В России 12 миллионов людей-инвалидов. Организация доступной среды была и остается одной из первоочередных задач нашего государства. Отношение к инвалидам – это важнейший показатель зрелости общества, его консолидации и жизнеспособности. Здоровое общество никогда не допустит пренебрежительного поверхностного отношения к инвалидам и к людям, которые нуждаются в поддержке со стороны государства в связи с ограничениями здоровья. Вот. И камертон в этом, конечно, государство само и должно задавать. Камертон этого отношения. И правительство прежде всего. Поэтому эти вопросы будем держать на контроле постоянном и возвращаться к вопросу о том, как мы исполняем принятые решения. Цитата президента Владимира Путина открыл форум прокурор Чувашии Василий Пословский. Он отметил, что охрана прав инвалидов всегда в центре внимания правоохранительных органов. В текущем году в сфере охраны прав инвалидов выявлено более 300 нарушений федерального законодательства. Мы воспользовались нашим правом предъявить в защиту интересов конкретных лиц и общественности заявление в суды и, в частности, направили 17 таких заявлений. Внесено свыше 180 представлений. К административной ответственности были привлечены 33 лица. К дисциплинарной за то, что нарушения допустили в отношении лиц, которые в данном случае касаются вопросов организации доступной среды. 116 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Формат мероприятия не совсем обычный. Здесь собрались представители ведомств и общественных организаций, которые так или иначе сталкиваются в своей работе с решением проблем людей с ограниченными возможностями здоровья. Но их выступления – это не доклады и голые цифры. Каждый рассказывал о конкретных ситуациях, которые приходится решать ежедневно. Прокурор Чувашии отметил наш телевизионный проект «Такие же», где корреспонденты канала рассказывают и показывают, как живут люди с ограниченными возможностями здоровья и с какими трудностями они сталкиваются. В одной из программ был проведен эксперимент, результаты которого показали, что в большинстве случаев городской транспорт не приспособлен для перевозки инвалидов-колясочников. Показали и как иногда относятся водители к общению с людьми-инвалидами, которые стараются воспользоваться этим общественным транспортом. Даже в тех автобусах, где имелись специальные приспособления, водители и кондукторы либо не умеют ими пользоваться как следует, либо не захотели по какой-либо причине, в том числе и по своеволию, этого сделать. По данному сюжету, кстати, который был проведен на телевидении прокуратуры, организована проверка. И сейчас она завершается. О результатах мы обязательно тоже дадим возможность, пообщавшись с телевидением, узнать. К решению этой проблемы обещал подключиться и региональный Минтранс. Перевозчиками, независимо где они работают, или в городе Чебоксары, Новочебоксарске, или в других муниципалитетах, со всеми перевозчиками эту работу проведем разъяснительную, чтобы они непосредственно владели своим транспортным средством, как положено. Не только на педали нажимали и руль крутили, но тем не менее теми средствами для маломобильных групп населения тоже умели управлять.
В режиме видеоконференц-связи в форуме приняли участие городские, районные и межрайонные прокуратуры. Говорили о доступности общественного транспорта, возможности беспрепятственно попадать в различные учреждения, отсутствии подходящих пандусов в старых многоквартирных домах, о своевременном обеспечении инвалидов лекарствами. По вопросам и жалобам людей с ограниченными возможностями здоровья сотрудники прокуратуры вместе с другими ведомствами проведут проверки. Такие встречи в необычном формате продолжатся, чтобы защита прав инвалидов на всех уровнях выстраивалась более эффективно, подчеркнул прокурор республики. Татьяна Трофимова, Павел Редков, Республика. Сегодня правительством республики принято решение о выделении 57 миллионов рублей из резервного фонда. Данные средства будут направлены на погашение задолженности по заработной плате бывшим сотрудникам Чувашавтотранса. Вот что сообщил журналистам заместитель председателя кабинета министров Чувашии, министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Николаев. 7 июня состоялся суд арбитражный, на котором была поменена очередность, а именно поставили в первую очередь это выплата заработной платы работникам Чувашавтотранса. Сегодня принято решение республикой о выдаче денежных средств из резервного фонда по заработной плате. Общая сумма вместе с теми денежными средствами, которые находятся на картотеке, она составит 67 миллионов 60 тысяч рублей. Кроме этого, идет работа и по объектам, которые находятся в конкурсном управлении. Сейчас также составлен соответствующий график. И я считаю, что по тем цифрам, которые были обозначены, и датам, заработная плата непосредственно работнику Чувашавтотранса будет выплачена. Кто еще претендует на наш урожай? Этот вопрос сейчас выясняют специалисты Россельхозцентра Республики. Они проводят мониторинг полей на наличие опасных вредителей и заболеваний растений. Если сделать 10 взмахов энтомологическим сачком на поле, в данном случае ячменным, и посчитать всех пойманных насекомых, получится средняя плотность вредителей на квадратный метр. Такова технология метода кошения. В сачок Надежды Прохоровой попались те, кто может серьезно подпортить урожай. В основном тут трипсы. Сейчас как раз период вредоносности у трипсов. Сейчас идет колошение. И вот особенность трипсов, они как раз сосут колос, там зерно. Получается у нас щуплое зерно и некачественное. Помимо трипсов, которые внешне напоминают маленьких черных жучков, встречаются гусеницы зерновой совки. Впоследствии они превратятся вот в таких бабочек, а до этого испортят зерна в колосьях. Есть и любители листовой поверхности. Это личинки пиявицы. Кроме насекомых, посевам угрожают болезни. Насчет болезни, если посмотрим, тут в основном встречается вот это на ячмене сетчатый гельминтоспириоз. Вот такие пятна есть. В чем вред? В общем, ухудшается фотосинтез у растения, ну и, соответственно, влияет на урожайность, на качество зерна. Эта ситуация на отдельно взятом поле. Что касается всей республики, специалисты уже промониторили больше 100 тысяч гектаров. На зимых зерновых культурах очень сильное развитие мучнистой росы, на ячмене сетчатого гельминтоспириоза. Из вредителей особое внимание нужно обратить на трипсы, тлю и хлебные блошки. По сравнению с прошлым годом, можно сказать, то, что все вредители даже, и даже взять эти же болезни, они начали более раннее развитие и более эпифитативное развитие, массовые заселения, потому что погода сопутствовала этому развитию. В ближайшее время мониторинг продолжится. Если ситуация будет приближаться к так называемому экономическому порогу вредоносности, чтобы спасти урожай, аграриям необходимо будет начать химическую обработку посевов. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Бахтияр Велиев, Республика. Они еще совсем молодые, но уже точно представляют себе будущее, вернее, свое будущее в Чувашии. Так называется конкурс молодежных проектов, который ежегодно проводит Государственный совет республики. С некоторыми победителями и их подопечными встретилась Ольга Пырочкина. Если спросить детей 5 лет, кем они хотят работать, когда вырастут, многие ответят, как мама и папа. И дело не в том, что юное поколение тянет в бухгалтерское дело, маркетинг или на государственную службу. Просто с другими они часто не знакомы. В Чебоксарском детском саду номер 178 решили это исправить. Здесь воспитанников подготовительной группы знакомят с самыми разными профессиями. Скажите, а вы любите сладкое? Да! Я
тоже очень люблю сладкое, пирожные, конфеты, торты. И поэтому я выбрала профессию кондитер. Приготовите вместе со мной сегодня сладкое угощение? Да! Специалисты считают, чем больше специальностей ребенок на себя примерит, тем лучше сможет оценить свои возможности в старшем возрасте. Сегодня вы попробовали быть кондитером. Как вам? Прикольно. Так, почему? Что вам понравилось? Ну, потому что надо готовить и, ну, и посыпивать, так, и украшать. В нашем проекте есть различные профессии, малознакомые для детей. Распространенные они уже знают, такие как учитель, воспитатель. Мы решили их еще раз познакомить поближе с такими профессиями, как кондитер, экскурсовод, хореограф. Педагоги используют самые разные формы знакомства с профессией. Смотрят с воспитанниками тематические мультфильмы, читают, учат стихи, клеят аппликации и рисуют. Разве девочки могут стать пожарными? Да. Да. Хорошо, что вы это понимаете. Действительно, среди женщин тоже очень много людей героических профессий. Посмотрите сюда. Вот эта женщина, она кем стала? Какой профессией? Вам попалась профессия врач, да? Что вы дорисовать решили? Я решила нарисовать градусник и шляпу для врача. Сейчас я рисую, чем слушаю детей. Проект стал победителем конкурса Государственного совета «Мое будущее в Чувашии». В номинации участники от 18 до 30 лет. Государственный совет Чувашской республики данный конкурс проводит второй год подряд. И нам приятно, что молодежь республики принимает в этом конкурсе самое активное участие. Наградят лауреатов 21 июня. В этот день наш парламент отметит свое 25-летие. Ольга Пырочкина, Борис Андреев. Республика. 21 июня высший законодательный орган республики, Государственный совет, отметит 25-летие. К этой дате национальное телевидение Чувашии подготовило фильм о том, как формировался этот орган государственной власти, что удалось сделать депутатскому корпусу за четверть века и какие сейчас стоят задачи перед парламентариями. Премьера в четверг, 21 июня, 18:30. Еще об одной премьере. Смотрите на национальном телевидении Чувашии телепроект «Россия. Территория бизнеса. Чувашская республика». Ее подготовили сотрудники специализированного канала корпоративных и авторских программ «Про бизнес». Гость студии – глава Чувашской республики Михаил Игнатьев. Речь пойдет о развитии физкультуры и спорта. Премьера программы 20 июня в 19:30. «Веселая вдова», «Граф Люксембург», «Сильва» – классическая оперетта на сцене Чувашского театра, оперы и балета. 20 июня в столице стартует международный фестиваль. На репетиции премьерного спектакля побывала Юлия Важенина. «Веселую вдову» Франца Легара выбрали для премьеры. В начале прошлого века жанр трагикомедии в оперете стал неожиданным ходом. После этого произведения 35-летний композитор обрел мировую славу, получил множество наград и орденов. Королева опереты, а именно так ее прозвали, даже переводилась на 10 языков. Кстати, раньше постановка уже была в репертуаре театра. Но эта премьера – совершенно новое прочтение. Удалось создать, мне кажется, очень вдохновенный спектакль, где все занятости наши лучшие артисты театра. Замечательно работает хор, оркестр, солисты. Вы видите, у нас почти уже сегодня все в прогоны идут, уже в костюмы, декорации, свет. Мне кажется, получается очень интересный, яркий и добрый, веселый спектакль. Действие разворачивается в Париже. В центре сюжета, конечно, любовная история о молодой богатой вдове и секретаре посольства. Главную роль Ганны Главари играет заслуженная артистка Чувашии Маргарита Финагентова. В образ она вживалась основательно. Смотришь записи, это очень помогает. Тоже разные трактовки везде, разные. Вот это Ганна Главари, где-то такая более возрастная, такая очень светская, где-то. И вот ищешь что-то для себя очень близкое. 3-4 месяца столько все артисты театра готовились к премьере. Оркестр изучал партитуру, вокалисты впевали партии, отрабатывали мизансцены и танцы. Не меньше, а
может, даже и больше работы было у швейного цеха. Воплотить задумку режиссера в жизнь нужно было в кратчайшие сроки. Ведь именно костюмы помогают артисту лучше вжиться в роль. Только у главной героини три образа, а всего швейный цех готовит более 100 костюмов и головных уборов. Костюм для артиста – это его образ, его дополнение, то есть окончательное оформление образа, который он строит. Это добавляет артисту, что он, когда увидит декорации, он понимает, в какой он атмосфере, и это еще добавляет азарта, начинается еще бурнее фантазия работать, и как раз творческий процесс у нас возрастает. Режиссер-постановщик из Йошкар-Олы Сергей Шепелев придумал необычное начало спектакля. Оперетта начнется не как принято с третьим звонком, а буквально с вешалки или, вернее, с фойе. Здесь все будет оформлено как на настоящем приеме. И главными героями станут сами зрители. Кстати, таких приемов будет, как и фестивальных премьер, 2 – 20 и 21 июня. Женина, Валерий Резюков, Республика. Пора встречаться. В Чувашском государственном художественном музее открылась выставка династии Пономаревых. С творчеством художников знакомилась наша съемочная группа. Портрет скульптора Людвига Тихонова Валерий Пономарев написал в 2014 году. Работа выделяется на фоне остальных. Художник в основном работал в области лирического пейзажа, но в каждом жанре он был настоящим мастером. Ну, вот как никто другой, он в портретах передавал суть человека. Это очень сложно. Валерий Викторович в своих портретных сериях он раскрывал самые такие глубинные стороны портретируемого. Вот. И в этом он был непревзойденным мастером. Пейзажи художника отточены до мелочей. В них нет лишних деталей, случайных всплесков и спонтанности. А вот это пейзажи написаны Венерой Сандомировой, женой художника. Ее отличительная черта – спокойные, мягкие и пастельные тона. На мой взгляд, художник-женщина, она обладает более глубоким проникновением в суть происходящего. Потому что женщина – это мама, женщина – это начало новой жизни. Вот именно вот в этом контексте ее произведения отличаются. Они так особенно смотрятся. Дочь Марии может смело называть себя потомственной художницей. Она расписывает стены в храмах, пишет картины, в основном пейзажи. В художественном музее посетители могут увидеть более 100 картин, принадлежащих кисти творческой династии. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Бахтияр Велиев, Республика. Это все, о чем успели рассказать вам сегодня. До встречи в эфире Национального телевидения Чувашии.